Донос как средство политической реализации. Благотворительный концерт «Песни Победы» должен стать предметом разбирательства Службы безопасности Украины. С таким заявлением в СБУ обратился самый молодой зампред облсовета Алексей Гончаренко. Об этом сын мэра заявил в эфире одного из центральных каналов страны. Ну, из средств массовой информации мы узнали о том, что господин Гончаренко сделал заявление о том, что он обратился в Службу безопасности Украины о деятельности партии «Родина» и ее лидера Игоря Маркова. Значит, я, как глава партийной, городской партийной организации, обратился к нему с запросом на то, чтобы он или подтвердил, или опроверг эту ситуацию. На что получил ответ от господина Гончаренко о том, что он подтверждает, что он делал запрос в устной форме в Службу безопасности Украины. Мы расцениваем данное заявление как обыкновенный донос. Сам Гончаренко комментировать ситуацию с доносом отказался. Едва выслушав вопрос нашего корреспондента, сын мэра повесил трубку. Алексей, здравствуйте. Телекомпания ТВ вас беспокоит. Скажите, пожалуйста, Алексей, прошла информация, что вы обратились в СБУ по поводу действий партии «Родина». А в чем суть претензии вашей заключается? Thank you.